Ну что, попробуем половить рыбки. Расчехлим местечко наше. Вчера днем приходили сюда, на джиг пробовали. Поймали полосатика одного. Сегодня будем пробовать мерную рыбу, ковырять. В этом году здесь, смотрите, какая красота прибилась. Что? Погнали? Пустил поклевку. Вот и первая рыбка. По-моему, неплохое начало. Обожаю карасей на хопре. Уж если поймаешь, то поймаешь. Второй кряда. Уже на донку. Ой, перепутались. Даже не я задел. Все скушали. Неплохое начало. Еще одна пустая поклевочка. Была неплохая.
Ну, наконец-то дождались. Подлещик. Что-то сидел, завтыкал. Оклемался. Сижу, короче, засыпаю. Удочка в ух в сторону полетела. Очередной карасик. Ну что, 7 утра уже. 3 часика посидели. Будем потихонечку сматываться. Завтра еще придем. Будем покорять реку Хопер. Ну что, сегодня решил прийти попозже. Уже достаточно жарко. Попробуем, как рыбка клюет на жаре. Может, вообще клевать не будет. Удочку уже расчехлил. Сегодня, как актив, попробую половить на отводной, но на опарыше. Погнали, посмотрим, что будет. Мелочь бы сбила. Смотри, что папа поймал. Нажми кнопочку. Я включила красную. Уже. Я включила уже. Ничего себе. Нет, дети, нет, нет. Это ветка длинная. Смотрите, уплывешь ты и не поймаешь. А, нет. Поймал? Ух ты! Вот белоглазка, это же белоглазка. Иди сюда. Дайте. Иди сюда. Иди сюда. Иди, иди, иди. Иди ко мне, глаз, глаз. Тихо.
интересно. Ты включила? Да, вроде как. Да, идет. Да. Фига себе. Короче, некогда так, было хватит, снимать. И еще один залетел. Хороший. Не засек. Ну что, проверили в жару, в принципе, разницы почти никакой нет, что рано утром, что в жарко, в обед карасик берет, ну, берет, как всегда, лениво, поклевку ждать долго, оно того стоит. Что, завтра еще разик придем, попробуем и на этом закончим, наверное. На донышке сегодня два карасика залетело. А на удочку один сошел. Ну что? Третий раз решил на закате половить. Сказать, вечерняя зорька. Красотища. Рыбалочка утром была. Рыбалочка днем в жару была. Попробуем половить вечерочком. Посмотрим, что выйдет. Потихонечку расчехлились. Забыл треногу. Так что за качество съемки заранее извиняюсь. Мимо. Опять за что-то цепанул. А нет. Ха. Белоглазку выцепили. Объела. Не хочет нормально брать.
Так, ну что, делаем вывод. Вечером ни хрена не клюет. А поймали две рыбки всего. Жерех, зараза, так и бьет вот в том углу. Скотина 3 дня бьет, нервирует меня. Ни на что клевать не хочет. Удочка молчком. Донки молчком. Зато красиво. Закат. Что? Ловите на хапре утром и в обед, а вечером не ловите. Могу взять? Аккуратно. Аккуратно. Ну. Они же не кусаются. Стой. Ну ты. Ты скользкая. Да возьми крепче. Я вообще-то тебя спасаю. Глупая. Всё, давай, нам есть что кушать. Пошел, 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 пошел. Давай. Да, если вам есть что кушать, рыбку можно отпустить. Иди сюда. Вылей воду вместе с ней. Все. Пока. Все. Выливать? Молодец. Я спасла рыбу. Всем не хвоста, не чешуи. Что-нибудь скажете на камеру, Джеки?